Сегодня в Москве проходит веломарафон Let's Bikers. Организаторы заявили более 5000 участников. И, судя по всему, это действительно так, потому что народу полно, и все набережные, как и 7 числа, перекрыты. Только сегодня они полностью в распоряжении велосипедистов. А я постараюсь узнать, кто все эти люди. Привет, меня зовут Алексей. Катаюсь очень часто, летом особенно, потому что летом просто утром взял велик, поехал и приехал только вечером. Ну, поскольку я живу как в районе Воробьёв-Обход, то я там в основном часто и катаюсь. Меня зовут Вера, я катаюсь не очень часто, потому что вот сегодня приобрела такой велосипед замечательный. Катаюсь я, ну на самом деле активно кататься начал с прошлой осени. Обычно езжу на работу, соответственно, Звенигородка, Ленинградка, Садовое кольцо. А как вы умудряетесь? Там же ведь совершенно, по-моему, нет места для велосипедистов. Зеркало, фонарь впереди, фонарь сзади. Наверное, просто надо народу больше и чаще кататься каждый день. Поможет ли сегодняшняя акция? Может быть, поможет. Эта акция, наверное, больше поможет обратить внимание на нас, властям. Сколько раз в неделю катаешься? Ну, это по-разному. В среднем? 4-5. Угу. Иногда каждый день. Куда ездишь? На работу, на учебу? На учебу, еще с собакой я катаюсь. А куда же ты ее здесь помещаешь? А я ее держу на поводке, я наряд держу. Угу. Как думаешь, вообще, насколько нужны такие акции, как сегодня, и что они способны изменить? Ну, такой надо почаще, мне кажется, это просто праздник души, праздник велосипеда. Так как сам по образованию электронщик, поэтому электро вариант, по-моему, мой вариант. А сколько у вас времени ушло на то, чтобы собрать такой велосипед? Ну, так как у меня времени не было полностью выделено, я же еще работаю, поэтому я его собирал почти 3 месяца. Вот он, практически. Сколько его надо заряжать, сколько хватает? Ну, максимум зарядка до 2 часов хватает на 100 километров. Сколько? Больше 100 километров. 100. Да, вот я в деревне 120 езжу. А какая у него максимальная скорость? Чуть меньше 60 пока. Я смотрю, у вас тандем. Как вы вообще относитесь к тандем? Вообще мы к велосипедам во всех проявлениях относимся хорошо. У нас 15. Эта штука называется одноколесный велосипед. Взял я ее в магазине. Дико интересно, как это действует. Мы сегодня сюда приехали, чтобы поучаствовать в этом велопробеге, чтобы очень много собралось велосипедистов, и чтобы правительство Москвы как-нибудь сообразило, что нужно велотранспорт поддерживать хотя бы летом. Мы ленивые, проехали один круг, несмотря на то, что мы достаточно в хорошей спортивной форме, мы хотели сделать это не спеша. И главное, то, что понравилось, настрой, общий позитив, когда мы ехали через сплошную, руками друг об дружку бились, кричали привет, и хотелось бы почаще таких мероприятий. We'll be right back.